Гербы шести субъектов Дальневосточного федерального округа уже нанесены на флаг первых зимних игр «Дети Приморья». Эстафету флага первых международных спортивных игр в воскресенье 21 января приняла Бурятия. Торжественная церемония встречи хранителей флага и главных талисманов игр «Волчонка Хани» и «Зайки Уси» прошла на центральной площади Улан-Удэ. Республику Бурятия на первых международных спортивных зимних играх «Дети Приморья» представит делегация в количестве 17 человек по таким видам спорта, как лыжные гонки, шорт-трек и фигурное катание на коньках. Сегодня флаг игр встречает Якутск. Затем 24 января эстафета прибудет в столицу России – Москву. После чего путешествие по субъектам Дальнего Востока продолжится. 31 января главный символ прилетит на Камчатку.